Для приготовления мне понадобится печень 0,5 килограмма, любая может подойти, у меня свиная. Мука несколько столовых ложек, яйцо, луковица, майонез пару ложек. Печень перекручу на мясорубке. Электрическая мясорубка справилась в считанные минуты. Теперь буду делать самое главное – фарш. Печеночку перекрутила, вот она. Теперь муки. Пока 2 ложки добавлю. Так, яйцо. Эти котлетки чем хороши? Быстро делаются и всегда хороший результат. Если печенку натуральную брать, то ее можно и пережарить, и высушить. Это всегда будет хорошо. Так, солим по вкусу. По вкусу, так. Перчику. Перчику. Майонез. Пару ложек. Раз. Так. Майонез. Размешиваем. Такая густая сметана должна получиться. Хоть называется котлетки, но как мясные руками не слепишь. Как оладушки жарить эти котлетки. Надо. Если дать больше муки, то они все-таки будут такие более дубовые. Так, пару ложечек достаточно. Еще немножко. Чайной ложечкой вот добавила. Вот и все. Пока нагреется сковородка, то постоит этот фарш немного. И все. Делов-то. Хоть на завтрак, хоть на обед. Делай. Так, все. Сковорода хорошо нагрелась. Столовой ложкой буду набирать котлетки. Вот такие. По ложке достаточно. Обязательно хорошо нагрейте сковородку, а то иначе будут прилипать ко дну. Вот так, кругленькие. Стараюсь кругленькие делать. Так. Жарится буквально 3-4 минутки на каждой стороне. Вот так переворачиваю. Чтобы не пересушивать, она румяненькая. Все. Так. Главное, не пересушивайте сильно. Потому что печенка, она и сама по себе быстро жарится, и здесь быстренько жарится. Итак, котлетки подрумянились. Достаю. Вот.
эти с двух сторон румяненькие, пышные. Вот закинула еще порцию. У меня сковорода большая, то за два раза и сделала. Вот блюдо готово. Можно немножко майонезиком приукрасить. Или горчички, кто любит. Вот. Немножко горчички, кто захочет. Итак, блюдо готово. Пользуйтесь моими рецептами. Кушайте. Приятного аппетита. Получились мягенькие. Естественно, вкусненькие и быстро очень делаются котлетки.